Смотрите сегодня «Вестники Северодвинска». Самый богатый депутат Госдумы теперь банкрот. Сегодня по решению арбитражного суда в Архангельске Андрею Палкину дали отсрочку по налоговым платежам. Когда возместят ущерб? Жители Торцева-2 две недели без бытовой техники. Микроволновки, холодильники, компьютеры и телевизоры повреждены в результате капитального ремонта системы электроснабжения дома. Вместо штрафов и предупреждений цветы и поздравления. С Международным женским днем поздравили северодвинских автолюбительниц инспектора ГИБДД. А другие автоледи в это время показывали мастерство экстремального вождения. Лучшую автогонщицу на ледяной трассе определил профсоюз «Звездочки». С улыбкой по жизни медицинские работники ЦМСЧ-58, не снимая белых халатов, организовали флешмоб. Увидимся на канале «Свой регион» в 19:00.